Вы сам, да? Нет. По вращению якорь. На машинке нам потом. Что? ДТП у нас ночное. Где у вас ДТП ночное? Автомобиль скрылся с места происшествия. Где скрылся? Какой автомобиль? Какой второй участник? Кто второй участник? Неизвестно, я же говорю. Причина остановки. Я же вам объяснил, разоснул ДТП у нас. Сейчас слово ДТП. Подождите, причина остановки. Я же объяснил. Документы. ДТП был. Документы ваши. У вас что-то случилось или что? Не, ну вы меня просто что-то остановили, ну. Не, ну у нас ДТП. А где ДТП было? На трассе ночью было. Где именно? С места происшествия. Где именно? На пересечении. Нету там ДТП. Ну это же 2 часа назад было. Автомобиль скрылся, понимаете или нет? Вы начинаете ругаться. Какой второй автомобиль был? Я сейчас позвоню, уточню. Уточните. Какой был второй автомобиль? УАЗ-2106. Заброда Игорь Михайлович, инспектор СПП, ВП. Я понял. Просто так ничего не бывает. В смысле ничего не бывает? Счастливо. Ну вот так, говорите такое, остановились причины. Я же объяснил вам причину. Вы придумали причину просто? Ну, тут делать нечего продумывать. Понюхать? Утра, ну скажите, кого? Чтобы понюхать, кого дали кого бы мне драгера, ну я что не вижу. Ну, все нормально, адекватно времени то сейчас, понимаете ли. Чтобы нюхать и все остальное, счастливо. И вам я все хорошо. До свидания.